Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. 9 января. Новогодний подарок от Вселенной. В этот день приходит счастье на весь год. Отгремели новогодние фейерверки, подарены рождественские подарки. 21 год набирает обороты, постепенно превращаясь из нового в обычный текущий год. Впереди новые события, встречи, мечты, цели и задачи. Знаете ли вы, что 9-й день Нового года имеет важное значение? В этот день закладывается программа событий нашей жизни на весь наступивший год. Все, что мы делаем в этот день, определит вашу судьбу и будет откликаться соответствующими событиями в течение года. 9 января пополняем свой кармический счет в банке судьбы, чтобы потом весь год получать соответствующие дивиденды. 9 января – последний и самый важный, определяющий судьбу день. В этот день мы получаем возможность волшебным образом наладить свою жизнь на год вперед всего лишь за один день. Ну, конечно же, при условии его правильного проживания. Согласно ведическому календарю, 9 января наступает особенный день. Это первый Экадаши в 2021 году. Этот день предопределяет нашу судьбу на год вперед. Вот такой новогодний подарок от Вселенной. Не пропустите. Сабхала в переводе с санскрита означает «получать благо», «преуспевать», «процветать». Соблюдение этого дня дарует благо и счастье во всех сферах жизни. Тот, кто искренне соблюдает Сабхалу и Кандаши, будет счастлив, здоров и успешен весь год. Выполнение правил этого дня дает возможность достичь процветания во всех делах. В Ведах этот день описывается как поворотный момент, когда всем жизненным лишениям приходит конец и человек обретает благополучие. В этот день очень важно сделать пожертвование. Правила соблюдения этого дня. Аскеза речи. Не ведем пустых разговоров. Больше молчим. Ни о ком не говорим плохо и никого не обсуждаем. Благотворительность. Обязательно сделайте благотворительность. Это может быть все что угодно. Пища, вещи, деньги, подарки. И делаем это безвозмездно. И также вы можете запустить в своей жизни процесс Экадаши на весь год. Вам достаточно всего лишь 9 января с утра на своей руке, на любой, кому как удобно, нарисовать цифру 9 на запястье и при этом сказать такие слова: кодирую себя на счастье на целый год. 9 наступает, мои мечты исполняет. Вот достаточно сказать один раз, когда вы будете рисовать. И на этом все. Целый день походите с этой цифрой, а вечером эту цифру можно смыть с благодарностью. И увидите, как вы себя зарядите в этот день на целый год. Год только начался. Давайте же напишем его счастливую судьбу в этот чудесный день. Пусть божественная милость приходит в вашу жизнь.